Слава. Чё? Слава, поменяй друида инвалида и меня местами. О, Войт, ты чё, танчить хочешь? Ну да, раз я тут. Опять с миликов. Я могу на шамана, говорю, зайти, если хочешь. Мылики. Зандалару в первую сделайте. Ну, на ВПХ хантас... я потерю строю. На ВПХ нихуя не умеет разжаловать его нахуй. Да я тут кое-чем занят пока, я тебе потом расскажу. Ага. Ладно. Так, этот. Пиздец, блядь. Откуда, блядь, исчез банк, еще поставьте. А ты откуда забрал вчера печеньку, что-то забыл? А, с этого, с Синдры, да? Кто? Да там, мастер. Синдры вчера забрал, гамазык. А он, да, гамазык, там... будите, я нихуя не слышу. Гмазик забрал. Да, гамазик. Так, что это у меня есть? Ну, паска у меня есть, масло сам хочу взять. Так, кто там танчить будет, Юля? И ты. Ну, ты и... Что, фласку дадите? Фласки будут только на Джайну, Келли и Вайш на данный момент. Я тебе могу обычную дать, алкашную. Так, а что, мы сегодня мы после лича Джайну бьем, получается? Ой, блядь, это самое... Угомонитесь, блядь, наркоманы. В смысле, колесо, вы колесо сегодня же крутили, блядь. Я сейчас крутанул пропеллер. Чё ты хулидринг хочешь? Дай масло. Масло, блядь. Ты, блядь, масло понаделал милишного, блядь, 100 штук, ты чё? Продал все, что ли? Спиздил масло. У меня в банке. Теперь мне надо другое взять. В банке, а я ж не инженер теперь. А можно РДДшное масло, блядь? Ебать, что, масло не можете себе купить 100 голд, блядь? Я хуй знает. Слышишь, пристабав сегодня будет, блядь? Пристабав, Шалфир, как дела у тебя? Шалфир, все готовы, запускаю. Дед наделал масло просто, кто чтобы на него смотреть, чем? Нахуй. Как Лава, Юля. Я на боссе. Кто первый танчит лича? Первый, Юля вторая. Последний. Юля на трэше, Клава на боссе. Юля на трэше, Слава на боссе. Первый, говорит, и последний, и неповторимый, да? Рарник на замене. Мини-Войт. Мини-Войт. Я в ахуе. Войт мини тогда уже. Это появится. Лучше там... Это... Ты закинул мне, да, ИП? За вклад. Не помню. Ну, кашные фласки тебе, да, пить. Да, закинул он тебе. Да, Мазек. Как меня выпить? Сиджу тоже. Чего опа так мало? Это, давайте лучше не улетите на ловушке, сейчас диспелите. Чему бидон диспелишь? Чё ты капа мало нахуй? У нас демон лока нету еще. Да и хуй на него, блять. Я качаю. И есть. 3, 2, 1. Нет, есть демон. Ебать, а чё так больно? Готовимся. Не бежали. Че, предлагаю, что ли? Пиздец, там слайд-шоу. Кто там взрывается? Че сегодня слайд-шоу такое? Может быть, из-за обновы, что-то, блядь. Чего вынесли, да? Да, вынесли. Там катало, угол. Катало, нахуй. Накатало. Как ты скажешь свое чего, свое оправдание, блядь? Братан. Что-то хуево у тебя там. Тактику знает, писал. Тактику знает, как дохнуть на ловушке. А включите трансляцию кто-нибудь, плиз. Ой, давай попой. Тут слайд-шоу пиздец. Понимаешь, нахуй, что у меня один кадр, блядь. Я поэтому выключил. Тут Глеб лагает, пиздец, блядь. Я представляю, что там сейчас происходит, скорее всего. Пробегаем. Вот, ну, блядь, ловушка стояла дальше, нахуй. То улетит, тут пидор. О, полетели. Ловушка и улетела. Как дела?
Кирсори, стелси прыгаем с обрыва. Стелси, никогда не стоим наперед. Прыгаем нахуй с обрыва, блядь. Разбежавшись, Катала, ты тут? Напиши что-нибудь, блядь. Спасибо. Че, я могу крестом встать, мастере сдать, слышишь? Почему ты сдох на ловушке? Ты что, не знаешь, или что у тебя, блядь? Бери ретрика. Да зря вы перерождение юзаете. Ну ладно. Ну ФПС, ну я хуй знает. Ну так а можно, ну, у меня один ФПС. Можно, блядь, заранее бежать от ловушки? Кнопку там зажимать, я не знаю, как вы вообще бегаете? Стелси, Кирсори, в чем проблема? Да они тебе заранее отбегут, нахуй. Сколько у вас ФПС, блядь, посмотрите, блядь. Я не знаю, вот... Ловушки, блядь, я ребутнусь. Наведите, блядь. Только сейчас, не начинайте сейчас, блядь, не начинайте сейчас по одному тетерилог, поссать, а посрать, блядь, это все, ну, нет, на сборе надо было сделать. Ну а кто знал, что это так вот? Короче, ну, просто, да, если это... лагаете, если 0 FPS, ну пойдете чилить. Катала, я не знаю, как сейчас у тебя будет. Сейчас смотри FPS на трае какой будет на пуле. Не, у него нормально, он говорит тактику, нахуй, другая говорит. А другой. А разницы нету тактику. Он написал, я знаю механику. Если механику знаешь, любую тактику можешь использовать. Ну, с ловушки выбежать вся механика. Чему ну, вынести? Бля, там развились спереди же, нахуй. Тут спереди разлили, это либо стелси, да, либо кирсори, кто-то с них стоял. Вот, а один, ну, один стоял, задел, один задел ловушку, а второй в радиусе раз взрыва стелси, стоял. Я... Еще раз стоял. Говорю, третья ловушка, это стелси стояла напереди. Стелси, ты тут, зайка, пупсик? Солнышко. Нихуя себе, ты чё, блядь? Ты постарайся стоять там в спине лича, там, ну, заранее начинать бежать. Вот наперед не стой, потому что ты можешь вайпнуть, подвести рейд других вайпнуть. Постарайся. Это самое главное. Тут хилить даже нехуй. Хилить все основное будет, вот когда вальки будут хватать, заражение будешь цепуху нажимать одну кнопку. Это самое главное. Позиционка это самое главное, что тут надо делать. Остальное все хуйня. Понятно, будет, короче, ясно. Хули ты там ржешь, как крыся, блядь. Козел. Жрем рыбу. Потому что ты плешивый. Натуре, блядь. Плешивый у нас он, блядь, РЛ наш. Нихуя. Вроде волосатый, блядь. Это какое то ГП можно въебать. Что такое? Видел, Катархас, блядь. Заявка на победу. А шо нахуй, подожди, блядь. От возраста уже все, я тут прицельный. Катархас, блядь, не плешивый. Ну вообще, Войт пляшивый. Если посмотреть так, то Войт пляшивый. Нихуя. Да он прям видно пляш, видите на стриме? Я прям, блядь... Лёха... А, ты ж не в прото. Урги, холодринг. Давайте, урги. Дедушка старый. Дух забафайте, а то пристабав дали как-то этому, а дух нет. Дедушка старый, лет 60. Еба, я... Нет, нет. Другим надо. Воит фуру. Я не знаю, у меня сотка ФПС, а мне похуй. Фиру, вообще-то, воит фиру, блядь. Фару. Вот. Подожди, Фьюри это же типа, ну, с одним глазом, типа, с повязкой на... Ник Фьюри? Ну да, да, Ник Фьюри. Ну, у нас воит Фьюри. Ну так воит ты тоже с одноглазом? Не, я просто без повязки, блядь. Шоколадным. Один глаз и тот шоколадный. Что-то, блядь, ХП мало, что ли, либо... Где Грик на ХП вары? Ну, сейчас пула будет, да? Все мало. СС на Мурлокоса не надо. В следующий раз на меня будешь кидать на второй переходке. Я вторая переходка умереть, это перед последней фазой. Готовимся. Секунда до пула. Дебаф заражения, прохилить приоритет хилы, имейте в виду, кто с этим дебафом, надо, блядь, и остальные, кто может хилить, флешка, холика, сова там покастовать, все это используем, потому что дебаф сейчас бьет больше, чем раньше. Чума и ловушка сейчас. Пробегаем. Так что если будете играть как команда, хилы не обосрутся.
Если хилы обосрутся, мы все обосремся. Ловушка побежали. Километр не надо пробегать. Ловушка и чума вместе. Чума секунда пишет. Ловушка через две. Яночка, беги. Ловушка, бежим. Еще перед столбом встанем, короче, разок. Смотри, Юля, там рано. Не убегай за столб, потом будет хуёво. Убегаем. Ловушка. Вот тут перед столбом стоим. И будет, короче, сначала чума. Там заломанчи бьют. Чума секунды, ловушка 3. Юля, шаркаря забери. Шаркаря, блять. Спасибо. Пробежали. И на морда на во флове. Диспальте его. Диспальте. Нет, пидор сейчас. Подплачь, встали. Все, ловушка, секунда. Секунду, ловушка. Пробегаем. Быстренько. Так. И ловушка, и чума вместе. Через 3 секунды. Готовимся. 1 секунда. Пробегаем. Чума на бегущий 3. Так, 3% что-то ДПСа мало. Так. Ловушка, пробегаем. Ну давай. Смотри, там заведешь, не заведешь. Давай заводим за столб тогда. Там шаркарь издалека идет, смотри. Так, лич ушел, лич ушел. Подъебало шаркарь, не зайдите. Эма, дам. Так, Идр Мурлокосу дал. Тратил чисто. РДД мало, играть по сферам. Опа, зависла. Ай, блядь, позависаем, развисаем. Развисаем. Я не понял. Да, развисаем, развисаем. Шары, сферы, блядь. Сферы, бейте. Если я не завис, значит вы тоже не зависли. Это все иллюзия. По сферам играем. Сферы помогайте. Крону подвинь, отсвечивает нахуй. Да играю, играю, хуля. Прикольный кубик, блядь. Майнкрафт. У меня вот ТТГ вместо вот Тракс вот этот такой же. Там кубик это... был. Тихо, тихо. Вот у меня вместо Тракса такой же кубик, нахуй. Какой кубик, я не вижу. А, это вон какие-то маленькие кубики, я смотрю. Че это, у кого-то багается что-то? Это багается, понял. Это просто ПС. ПС хуёво. Подъебало не вставать, подъебало не вставать. Подъебало... Первого убили. Подъебало не встаньте только. Слава нет ПРС, у него просто один пивной пузик. Нахуй. Под плащ встали. Тебе слишком легко играется, да? Тебе надо на хиле, наверное, поиграть. Вообще изи нахуй. Так, падают вальки сверху. Упали вальки, бьем. Трусы это лог. Бля. Трусы это лог, только две вот этих бьем. Только две вот этих бьем. Бьем, вот уже немножко осталось. Осквернение съебали. Осквернение разошлись. Но так и зовут тебя осквернение. Отходим оттуда. Переходим на... Налили. Переходим на другую сторону. Ебать, я долго иду. Вот отсюда. Оскорнение с вальками. Лететь в другую сторону. Будет и оскорнение, и вальки одновременно. РДД уже на круге на железном стойте. Милики по команде выходим с центра. Милики вышли с центра. Быстрее, быстрее. Сначала смотрим, где черепок, потом бьем валик. Вот та валька, которая впереди стоит, ее надо быстро... Ромбик разбить. Ромбику дал стан. Быстро за это на ромбик переключайте ДПС. Блять, ну кружок отпустите уже нахуй. Отпустите, вы не сможете его убить. На ромбик переключите ДПС и стан еще какой-то дайте, и замедление. Сейчас будет заражение. Забейте. Вот. С центр не заходим. Сейчас будет сначала осквернение. Короче, Катрисия, Берни, Пасифея, пока не вставай, после заражения встанешь. Осквернение съебали. Все, поднимай эту самую Пасифею. Заходим в центр, на эту сторону летим. Где начинали. Быстрее в лича встали. Пасифея и каску, лапу пристабав. Так, фул ДПС по валькам. Фул АУЕ. Такое, что прям пиздец. Чё шишка стоит?
Осквернение 2 секунды. Разошлись. Из подвалик отошли. Вышли из валик. ДД добиваем. Все там добили уже. Черепок отходим. Отходим черепок. Так, черепок. Молодец. Встаем в исходное положение. Бьем лича. Вальки хватают и через 3 секунды будет осквернение. Дали дотку. Там 2 только вальки надо бить. Осквернение отошли. Отошли от осквернения. Черепка отошли. Черепок вышел. Вышли с черепа. Бьем валик. 2 вальки бьем. Лича подвел. Ярим. Одну осталось разбить. Все, лича больше, ты по 7%. Так, будут и вальки, и осквернения. Вот между глыбой и между лужей шип, который вот по этой направляющей. Но это будут и вальки, и осквернения. Сначала смотрим, где черепок. С него выходим и сбегаемся к личу. Ну, в это пространство, вот в это, где он сейчас стоит. Вот осквернения отошли, черепок отошли. Все, к личу быстро бежим, к личу бежим. Вальки хватают. Где там? Блять, пиздец, 1 FPS. Где вальки? 2% воет. 1%. 1% по валькам это. Я, короче, ну, я к краю бегу, да там полпроцента, я лича на край подвел. Замедление станы, дайте. Почему сбить? Ярьте, вот сейчас они отпустят вальки, вас. Блядь, все, на край. Прохитите, кто валька, мадал. Смогут не успеть. Я крик еще дал, нормально, сейв. Прям бабо. Бабо. Сфера и башня. Дух. Слава, ты что, каннибал? Да. Нет. По сферам. Как будто тебе кто-то под дых дал. Ты слышал? Блять, сука. Сферки ебаните. Юли больше грудь, чем у меня. Нихуя себе, блять. Ну да, она опять же. Юли просто больше, чем у тебя. Блан, блядь. Опа, опа, аккуратно. Ну ладно, сейчас я там по кайфу по лицу получать. Пока. Ну так вы ж прохиливаете нормально. Кто там по лицу получает? Вы чё? Тонулись? Да-да. Подстроим другую штуку. Так, так. Разбейте сферу. Сферу, сферу. Зато, когда я стоял там, получал поебал, сферы не доходили ближе до туда, чем час бы. Так, давайте и духа. Бля. Ничего, выйдем, добьем, там немножко осталось. На портал да, идем. На портал. Сбегаемся на портал. И бежим налево. Так, духа бьем. В радиусе 20 метров от нас. Тихонько идем. Впереди бомба была. Так. Сюда за угол заходим. Тихонько идем. Выход 3 секунды. Все, можем стоять, короче. Осквернение разбегаем сейчас. Черепок отходим от него. Где на кого? Вот нормально. Духа добиваем. Давайте, нет, блять, там КД. После следующей комнаты уже тогда буду. Все, хуярьте лича максимально. Оскорнение, разошлись, разошлись оскорнение. Отойдите отсюда, а то прыгать придется. Вот. Отошли от мастера, дальше бьем лича. Аккуратненько бьем. Будут призыв духов и комната. У меня почему-то Гера есть, что за хуйня? У всех сейчас есть. Все открутилось она, потому что. Ну не надо пока. После комнаты будем юзать. Окей. Задой на портал. Так, захиливаемся. После этой же комнаты, да, нажать Гера на. Так, я уже. Ну как поставим? Бьем налево. После осквернения. После выхода осквернения. Да, сначала надо разлить, увидеть, что мы не сдохли в нем. И потом уже давать. Ну, я понял. Все правильно. Я понял. Пробегаем.
духа. Понял, убьем. Понял. Бля, пиздец. Еще дух спереди летит. Прям в нас летит. Быстрее убейте его. Он, блядь, хлопнет же. Стоим здесь, бомба спереди. В звезде встали. В звезде. Сейчас хлопнет. Все, проходим. Звезду прошли. Еще стоим. Еще впереди бомба. Еще стоим. Все, теперь проходим. За оба заходим. Секунда, выход. Оскорнения разбежались. И идем за лечом на другую сторону. Геру даем и ебашим. Геру даем, и вот здесь его ебашим в кругу. Сейчас я его переверну. Так, жнец душ. Захиливаем. Хорошенько два танка хилим. Не пускаем духа в рейд. Блять, пиздец, такие лаганые. Че, будет призыв, наверное? А, призыв. Оскорнение. После этого будет оскорнение, смотрите, это. Бежим уже на ту сторону. Ляночка, бежим. Вот потихоньку. Толстовая комната. За звездой на портал. Один, как вылезешь, два. Нажми что-нибудь. Духа осталось. Сразу на портал идем. Идем, собирайтесь налево. Процентов 10 я только направо ходил, когда на X2 стали. То есть ты предпочитаешь ходить налево? Налево как-то удобнее проходится. Идем направо, какая-то хуйня происходит. Не, направо, да не, хуйни там не происходит, давайте пробегаем эту бомбу. Давайте массакру, давайте и за угол забегаем. Вот сюда за угол. Ага, все, захиливаемся тут. Звездочку проходим. Оскорнение. Черепок, отбегаем от него. И духи, вон еще много духов летит. От духов отбегите, там Юля должна одна сейчас быть. Захильте Юлю. Новые духи. Блять. Вообще слепые. Вы не можете, да, через лича перебежать в другую сторону? Катала и гомосек, нахуй, вообще, пиздец. Отходим потихоньку и добиваем. 3%. Осквернение. Сейчас духи полетят. Черепок отбегаем. Черепка отбегаем. Ну и прячься за лича. На мужика? Че это, три комнаты что ли или две? Да. Три. А у нас одна комната 11% значит с лича. 10-11. Серьезно? Да не серьезно, ты не верил. Верил, не. Вот чё вчера так, блядь, нельзя было сделать, ёбаный в рот, нахуй. Ну, 4 часа, блядь, люди устают за 4 часа, нахуй. Зачем ты устал вчера? Сейчас ебутнет. Это, кидайте пати заменщикам. Это ассистов. Может, просто кто-то плакать начал и ливать, блядь? На ты. Чё? Я не буду показывать пальцем. Я тоже не буду показывать пальцем, кто-то делал, блядь. Ну, не надо, нахуй. Ну, и не буду. Кто-то еще не хотел. Умиральца, чё это? Где-то маг, я думаю. Он старенький, он тоже хотел отдохнуть. Ну, старенький. Ты за вчера дал ЕП? Да. Понимаю, да. Артём, понимаю тебя. Чё, это все? То есть. Алло, Аля, ты же сказал, что ты съёбываешься через 10 минут, нах. Ну чё, как? Я такси жду. На низком старте. Чё, все плюсы? Ну ладно, похуй, короче, хули я буду ждать. Все плюсы нули, вот. Дальше Джайна, Святос. Ага. Чего нахуй? Плюс 50 ЕП, блядь, да, за личик. А сколько ты хотел за новую? Все 50. Я думал, сотка за личик. Хотя бы соточку, реально, так чисто. На воротник. Функция укажешь, 100 ЕП, тупица. Бля, пиздец. Этот... Сержо готов брать даггер? Да, блядь, 3 даггера сейчас выпадет, блядь. Я чувствую даггер. Не готов. Да, сейчас там даггер будет. Шэм, блядь.
клятва на меня. Войду. Вой, дай коня. Дагрис с кельтаса упадет. Я тебе уже давал коня, по-моему. Чего нахуй? Не давал? Да, да, был уже конь. Дай мне лучше коня, у меня до сих пор коня нету, заебал. Куда, блядь? Нахуй тебе конь. Блядь, я котик. Ну, перестаньте хуйней заниматься, блядь. Ну я катаюсь на маунтах вообще-то. Чё он потрясает нас уже? Чё он долгий такой? А у тебя чё, коня нету, бидон, блядь? Ну он бидон коня хочет, дайте ему коня. Бидону, бидону надо. Конь есть? Заебали, дайте коня нахуй. Бидон уступал, ему давали как-то, а он уступил. Конь бидон. Ладно, ладно, дайте бидону коня, ладно. Ну всё, в конец очереди. Сука, я нахуй, я допрошусь, блядь. Я нам они что, сделали 10% добивать, что ли, блядь, господи? Я не отступлюсь 5%. Нахуй твоего. Я добью этого коня, нахуй. Не добьешь. А тебе надо хукмастер? Пятку дашь? А тебе прям надо хукмастер сильно? Или может бидону дадим? Ну распредели их на 2 недели, кому сейчас, кому на следующий. А я. Пусть паролик. Давайте мы паролим. А что это он на 6% паролю. Не, перевел. Пусть хукмастер и бидон паролит. А-а-а. Ну хуй тебе это, да, я понял. Зов, Ренаск. Ага. Дагеров. Они вообще падают отсюда? Ну, в блоте написано. Ну, в блоте написано, что падает. Так, вот это надо. Наебалово. А хуй знает. Вот это надо, говоришь. Надо было полом зайти. А вот я по концу взял. Бидон, у тебя Элнир, ты ебанулся? Он хуйни, но он на Элима может. Я тебя поддерживаю, Бидон. Не-не, Бидон, я тебя поддерживаю. Выкидывай нахер бесполезную пушку. Ну смотри, там стелси есть, у него там 24-е говно какое-то обоссанное. А, травма. Чё, ну вообще говно, да? Ей дадим, да? Ну давай. Стелси, ГЦ. Передай спасибо Бидону. Топор. Бля, у кого там псина, блядь? В контресе. Или кто там псину? Чего, блядь, вообще замученно сижу, иди на. Так, Вов-Лов. Вот если ты заберешь, ты его будешь носить, да или нет? Или может быть мы Invisible отдадим второй? Потому что. Потому что. Потому что сейчас он в уничтожении дамажит. Вот. Ты дал 16к, он 18400. Давай ему второй дадим. У него нет первого топора. У него нету даже первого. Как нету? Точно? Визибла нет зова. Так нету. Подожди. Визибла нет зова. Да, блять, у Вов Майлов выше по приору. Типа, ну. Я его спрашиваю, он сейчас в другом спеке играет. Я его спрашиваю, может, инвизибл дадим, потому что он сейчас во фросте. Ты звичишь сразу прям. Ой, ладно, похуй. Поебать, короче. Я боролся за тебя, нахуй, Invisible, блядь. Как мог, нахуй. Выгрызал зубами. А чё у тебя с онлайном, Вуфлов? Ты куда-то пропадал или чё? Хуй знает. Почему так часто пропадаешь? Учёба. А, понял. Гомосек. Гомосек ГБ поставь, ФРС 25 гер летите. Не похуй за ГП. Дай коня, хочу коня. ЕПГП, нахуй. Лице с конем кто-то не видит. РС, куда идем? Да. Да-да-да. А, в РС идем? За покалами? Да. За покалами. За танковскими тапками. Да. Блять, Ваня, как фон? За наручами. Вот это за мутные броски или нет? Думаю, надо будет. Тут много миликов. Я на сову. В этом же рейде. Оставайтесь, он где стоит, все нормально. Никого. А после раз что-то будешь? А, войд. Верни, пожалуйста, ЕП на приста. Я тебе скинул скриншотом во флудилку. Я магом просто вышел с гильдами, раз уделаю. Ты вернул его уже? Нет. Я скинул, сколько было ЕП, ГП? 10966, да? 10966. А ты где, блядь? Ты с рейда ушел, что ли? Нет, я в рейде. Свечки покупаю. Значит, свечку, значит, мейн опять будет у тебя приз, нахуй. Потому что я ебал, блядь, переписывать.
Там из-за заметки просто не видно ПГП. Так. 10-966, да? Так. И плюс 50 получается. Какие 50, нахуй? За лечо. Че, с ума сошел, что ли? Только за бронзовое святилище дам. Когда закроешь. Когда закроешь. Да. Такс. Так, а чё? Куда вы сейчас пойдете? Резгер. Резгер? Ну, конечно, не обычку ж. Артём, есть предложение. Какое? Опа, сюда. Зайди на мой аккаунт, а пока вы зовут. На моего попало. Зайдёшь. А ты что, сам не можешь? Ну, он сможет. Я же говорю. Он сможет. Как отошёл на минуту. Там у него топовый приор. Да. У меня топ фан. Играть он сможет, блядь? А, кто, Артём? Конечно. Он захопал и играл. У него есть свой попал. Да, там три кнопки. Две. Так мне самому нужна чешка. Я ее заберу по приору. Ах ты, блядь. Понятно. Подожди, а что ты на покалы забил хуй уже, все? Ну, блядь. В реал лайф типа дела, ну, важнее, чем... Не, ты не понял. Что, бонус, какой реал? Я не про это, блядь. Я про то, что типа, все, типа, перестал лутать, гнаться за ним. Нет, в смысле? Он пытался. Он сейчас просил человека зайти с его акой, пронести РС, так, забрать апокалы. Они про чешку только что говорили. Или я долбоёб? Ему нужна чешка, поэтому он не может пойти с него, он пойдет с себя. Я понял. Так, проси кого-нибудь. Иван, не хотите поменять? Какого Ивана? Я не умею играть на ретрике. Он же не играл, да. Ни на ретрике, ни на хпале. А там ничего сложного, там бурю крутишь и нормально. Так, стелс еще офнулось или что? Не бурю крутишь, а подливаешь. А точно лужу разливаешь, я перепутал. Просто под себя сышь нахуй и урон лёс. Пиздец, блядь, хуй переслушаешь нахуй. Что-то Стелси говорила, по-моему. Голду, наверное, перекидывает на чарку. И камень. Так на хуй его некому, Никитос. Чё, кому там место гореть уступить? Не надо. Он... Invisible, Hookmaster, Wolf, Love, Консилятор. Вам надо что-то отсюда? Кого-то одного можно свищить. Радикон, что-то забираешь по приору? Я по приору не знаю. Я брасы бы забрал, если их никто не заберет. По приору я там в самом низу. Тканевые ты имеешь? Нет, кожа. Вы смотрите, вот есть такая хуйня, называется ПГП. Там открываешь, там такая табличка. Вот пока мы туда не пришли, еще можно посмотреть. Кто первый на ткани? Слава, я взял два куска, я в самом низу там по этой табличке. Не, ну я, это я понимаю. Вот сейчас кто я первый? Имею в виду, что это не очень популярный шмот, поэтому не, ну я мимо меня. Вадикон, Катрисии нужны они. Не, ну брасы, брасы кожаные с ПДС. Там зап, там три вида зап вообще-то. Ну, сова, кожа, сова. Ну, я бы ты тоже. Про совиной, которая. Да, конечно. Я бы на лемах тоже полутал, но типа по приору ты выше, поэтому как бы. Ну, я выше тебя. Выберу. Серьезно? А че, нет? А ты че, 4 куска, ты 5 забрал? Ну, у меня сколько у тебя приора? Призен, тебе надо что-то. Да я не знаю, у меня очень мало. У меня 22 приора. Я вышел. Что ты, мастер? Мастер с рейда вышел, говорит, там за меня. А ты уходишь куда-то? Нет, нет, я уступаю. Кому надо выйти? Мне, по сути, ничего не нужно. Так, а ты-то куда их заберешь? Ты, блядь, с ТГ забираешь, нет? Кота вот так, типа, знаешь? Нет, типа, запас СРС-ки, они убисовые, типа. Они по статам больше, типа, и похуй. Я вот не знаю, мага взять или кота, он хуй знает. Меня можете убрать. Ну смотри, если ты берешь, можете меня менять. Кого убрать? Не-не, я тебе уступлю. Меня если тебе прям нужны, я тебя уберу. Почему? У меня типа четвертый кусок. Потому что на пулю не сорил, бери. Я не знаю, как он напулит. Не, Вадикон, смотри, если тебе нужен, то он нансет для Т5. Надо посмотреть, то, вот то вместе вас. Бля, пиздец. Как можете там, ну я хуй знает. Ебать, я заебался слушать. Я фэмбный. Если там какой-то длинный разговор есть, поговорите, я хуй знает, канал же есть отдельный какой-нибудь. А то хуй спросишь, чего у людей, блядь. Не могу же... Меня убирать, мне не нужно вообще ничего. Кто это? Керсари.
кто в рейд с восьмой пати хочет? Чтобы убирать, надо кого-то взять. Светлос, ну давай, так. Вас свичну. Мастер-канцелятор, вот им ничего не надо. Ну все, тогда сидите пока что на замене. Вот, ты посмотри, может там какого-то милика убрать, там, а продукт хочет в рейд пойти. Я хочу пойти и почили. Ты в рейд хочешь, а продукт? Ну, да я говорю, я могу просто пойти побить, мне ничего с рейда не надо, могу просто пойти побить. Так, ну если по миликам посмотреть, у нас... Сейчас давай вот так сделаем. Синдарк может залететь. Сюда. Могу я место уступить? Нет, ты танчишь. Ты можешь, знаешь, что делать, Лилин, зайти на паладина Вилани и потанчить? Ах я. Этот, вот так, в тьме 4 и вот этих двое. Давай одного кого-то. А хотя похуй, там две роги. Кот нормально хватать должно. По-любому. Ну все получается, вот. Будет, будет. Дарк может залететь, здесь надо. Будик... Да не, пока не надо. Сиди на замене. Будикон, ты видел, тебе ФПМ написал? А, мы 6 хилов были. Да, да, я вижу. Да, мне 5-й нужно. Короче, вы заебали. Пошли, могу убить. Слава, я кто? Ты кот. Охуеть. А чё ты? Я просто обычно мой здесь. Блять.